«Добрые крышечки» – это российский волонтерский экопроект, имеющий сразу две цели – сделать мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Пластиковые крышки собирают в различных пунктах приема и отправляют на завод по переработке пластика, где взвешивают сырье и переводят деньги на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Дорогие друзья, все, кто участвует в проекте, кто сейчас об этом слышит, присоединяйтесь. Чем больше нас, тем больше мы сможем оказать помощи.